Привет, привет! Привет, я Алиса, и мы сегодня будем делать лепки для плейдов. Вы на канале в гостях у Алисы и Егора, и сегодня мы будем лепить из плейдов. Из нового набора плейдов, который называется как? Свитшоп. Свитшоп. Это что-то с кухней связано там, да? Судя по картинке. Свит это такие конфеты. А, свит это конфеты? Так, и вот мы открываем. Давайте посмотрим, что там. Что это такое? Это что такое? Класс! Ну-ка покажи, что это такое. Давай посмотрим, что это. Это... это, наверное, из формочек. Формочки лепить какие-то сладкие, да, наверное? Так, это что такое? Это что? А, это такая микроволновка. И там пойду. А, подожди, это вот это вот сюда, наверное, ставится, да. Вот так вот, да? Ну-ка, Егор, собери. Вот и что. А Егор, у меня собери. Яичко. И что тут еще? У меня яичко. Набор какой-то, да? У меня тут овечка сидит вот. Овечка у тебя сидит? Да. На, Егор, тогда показывай нам, посмотрим, что там. Два. Из чего состоит? Из чего состоит? Показывай там все. А, из чего состоит вот эта штука, вот эта штука и вот эта штука. А что это такое? Это что-то от микроволновки, это тоже. Так, это что-то. Плейдом. Это сундучок какой-то волшебный. Но это надо сначала собрать. Сейчас тоже. Будь здорова! Будь здорова! Давайте соберем сначала, потом плейдо будем открывать. Сейчас тут еще. Там еще вот эта штучка крутится. Да, вот эта штучка крутится. И вот еще что. Собирайте, так. Собирайте что плиту. Это? Да. Так, собирайте и посмотрим, что из этого получится. Ну. Так, дальше мы берем вот это что-то от микроволновой печи и ставим это. Там сосна игрушки зажижу. Да. Там и ставим это так, вот так надо. И ставим это вот так вот. Я смотрела мультик завтра. Это что такое у тебя получается там? Микроволновая печь. Микроволновая печь. А ты по картинке собираешь? Да, вот тут еще. Ну, давай, посмотрим, что там должно получиться. Берем вот эту, ну, вверх микроволновой печи. Ага, и куда это пойдет? Постойте, тут какая-то отдельная штучка. Ну, она специально там и должна быть, наверное. А Алиса уже там что-то разбирает. Что Алиса там разобрала? Так. И что это получилось у нас? Ой. Что такое было? И даже звенит там что-то. А, это когда готовится. Это как в настоящей микроволновке. Когда приготовится, звук раздается. О, прикольно. Все, я понял. Это, короче, вот сюда вы вставляете, наверное, тапочка. Всякие пластилинчики, да? Да. Нажимаете. Тапка-тапка. Ну, сейчас разберетесь. Ну-ка, давай, показывай, что в итоге получилось. Закрывай. Вставляй ту вот желтую штучку, которую вытащили, и посмотрим, что в итоге получилось. Так, как вот. Помоги, папа. Ну да, я вот сюда, да? Ну, где она была, да, и что в итоге получилось там у нас? Мамочь. Я хочу. Ну-ка. Нет, а в инструкции должно быть без этой штучки. Ну ладно, пускай с этой штучкой, потом без этой штучки. Показывай давай, что там у нас получилось я в итоге. Давить. Сейчас будешь помочь, давить. Помочь. Открывай, показывай, что там получилось у нас. Так, вот так вот это открывается. Так. Что там внутри? Там тоже что-то готовится, да? Туда формочки ставятся. Я не могу. Так, потом оно закрывается. Это открывает. А, это духовка. Как или духовка, или микроволновка открывается, да? Угу. Так. Закрывается, и это закрывается тоже. Вот. О, у меня получилось достать. А сюда пластилин ставится, да? Чтобы он стоял. И здесь по краям смотри, получается. Потрогай. Здесь по краям получается тоже потрогай. Разные штучки можно потрогай, собирать. Потрогай, и плита. Потрогай. Ну здорово. Ну давайте будете собирать. О, вот. Тут уже еще ложечка откатывает. А, что там еще в мешочке было? Ложечки, а еще там что было? Ну-ка покажи. Какие? Вот такая штучка. Это что такое? Пирожка тоже есть штучка. А еще что было? Еще такие вот две штучки. А это что такое?
Еще раз нам пирожки. Пирожки или пироженки? Лопатка. Лопатка. Да, о, Алиса уже червячков делает, да? Ее любимое занятие. Алисе овечка помогает, да? Как твою овечку зовут? Так, ну вот мы наконец разобрались с нашим набором, да, новым. Да. Плейдо, который называется Sweetshop. И сейчас Егор с Алисой будут лепить всякие пироженки и вкуснятинки, да? Угу. На плите, в духовке или в микроволновке. Да? Сейчас я беру синий пластилин. А что ты будешь делать сначала, ты скажи? Я тут вот делать. Вот это овечка. Овечка у Алисы упала. Ракушек, звездочек, рыбок я тут буду делать. Ну давай. А пироженку нам в духовке приготовишь? Я буду. А Алиса будет пироженку делать? Да. Или Алиса блинчик нам будет делать? Блинчик вот здесь. Блинчик Алиса будет делать? Да, и его скатывать. Так, я своей ложечкой зеленой. Я буду руками. А Алиса руками? А Егор, вот видишь, ложечкой делает. Егор правильно делает ложечкой. А ты вот бери вот лопаткой. Бери лопатку. Нет, не-не, она лопаткой не будет, чем лопатка. А, ну да, ну а лопатка это, наверное, пиццу разрезать, да? Да. Или да. Что-то там делать ей. Нет, это будет на тарелочку и кушать. На тарелочку и кушать? Да. Что ты там, блинчик делаешь, да? Да, уже делаю. О, какой блинчик красивый получился. Да он в духовку-то не влезет, в микроволновку. Ой, блинчик-то не влезет. Алиса что-то придумала. Вытаскивай быстро, а то он сгорит у тебя там в микроволновке. Надо его делать маленьким. Сейчас я сделаю маленький блин. Сейчас маленьким сделаешь его? О, вот, все, я уже вытащил. Егор что у нас делал? Сейчас я буду делать всякие пироженки, мини-пироженки. Егор будет делать свит, да? Угу. Конфетки или сладости какие-то. Угу. Вытаскиваю так. Что там получилось? Тут вот есть вот черепаха. Так, вот так. Ну давай, отрывай их. Черепаха. А Алиса еще один блинчик катает, да? Да, только маленький мне. Только маленький? Да, чтобы он не полез. И в микроволновку, да? Да, он там будет жариться, блинчик? Да. Понятно. Так. О! Вот у меня еще ракушка теперь. Ну давай на тарелочку и складывай, будешь показывать нам что-то там. Все, уже приготовился, наверное, да? Ну-ка доставай блинчик. Сейчас будем кушать Алисин блинчик, да? Да, дай мне тарелочку. Бери тарелочку, в тарелочку складывай его. Да, я забываю там елочки все. Так вот. Ой, какой блинчик получился у Алисы, да? Да. Красивый. Еще один будешь делать блинчик? Да. А давай ты сделай нам, знаешь что? Да. Сделай нам клубничку. Сделай две клубнички, и мы их соединим, и будет целая клубничка. Звездочка. Да, звездочка красивая получилась. Вот Алиса нам еще туда пластилинчика кладем. А тут еще какое-то чучело. Ну, я не знаю, что это за чучело. Котик? Да, котик. Нет, котик, наверное. Это какое-то чучело. Чучело? Так, Алиса, делай. Сейчас еще все. Алиса делает. Ты что сделаешь? Что Алиса делает? Клубничку? Да. Давай. Вот это чучело. А то мамочка говорит громче-громче. Громче-громче. Давай, громче ты договори, чтобы тебя слышно было. Так. Ну давай, вытаскивай теперь клубничку осторожнее. Ой, вытаскивай ее вот за кончик, бери. Так. Ну-ка, получилось? Так. Ой, не получилось. Не получилось. Ты туда побольше пластилинчику наклади. Овечка опять у Алисы упала. Давай ее поставим, чтобы она стояла, овечка. Овечка хочет посмотреть, как Алиса делает, да? А у Егора что там получается? Я чучело. Ну-ка покажи, что это. Мне кажется, это кенгуру. Кенгуру? Давай нам сделай тоже это, пироженку и укрась ее. Пироженку или кексик в микроволновке.
Беру вот эту и вот эту. Я буду еще делать блинчика. Бери формочку, Егор, и в микроволновку ее ставь. И будешь готовить в микроволновке кексики. Угу. Так, беру пластилин. Так, что тут можно сделать? Все, готовь блинчик. У Алисы еще один блинчик приготовился, да? Да, нет, почему это? Да, вообще можно вот тут вот кексик вот сделать. Егор хочет кексик сделать. Ну давай, делай кексик. Там есть ток. Так. Ой, я хочу вафельку. Сейчас, почему еще у нас свет? Я хочу вафельку делать. Алиса вафельку будет делать? Да. Вот здесь, которая на духовке написана. Ну давай, делай вафельку. А потом там смотри, сколько много всяких. И морковочка там, и круассан, и конфетки. Давай, делай много-много всяких. Вот то, что рядом есть, вот делай еще, да? Вафельку сделай, потом делай морковочку, потом круассан. Ну, не получилось. Ну, переделывай, значит. Так вот, сейчас кексик, походу, получится. Так, вытаскиваем. Так. Не получилось. Не получилось, Ольга? Не получилось. Да, почему? Ну, давай я тебе поможу. Да. А что у тебя не получилось? Что? Я тебе сейчас вафельку. Вафелька не получилась. Сейчас это поможешь сделать. Наверное, мало пластилина туда положила, да? Да. Я хочу голубой. Побольше там есть уже. Ну ты подожди, ты с розового пластилина вафельку начала делать, да делай. Нет, я хочу морковки голубой. А Егор делает у нас кексик. Сейчас посмотрим, какой у Егора кексик получился. Ой! Алиса кашляет. Алиса, ты убери сначала пластилин розовый, чтобы он не смешался, а то некрасивый будет. И по краям тоже убери. Да. Видишь? Не смешивай. Так, какой вот у Егора кекс красивый получается. Я так, готовлю. Ну теперь его надо чем-то украсить? Да, сейчас вот цветки ужат. Ну давай, украшай. Я делаю еще блинчики. А Алиса у нас все блинчики делает, да? Да, все. Ты с начинкой блинчики сделала? Да. С клубничкой? Да? Так. Так. Микроволновку закрываем. Так. Ну все, наверное, приготовилась уже. Приготовился блинчик. Складываю его в тарелочку. Так. Ну чтоб тут еще. Вот, смотри. Ну-ка, Егор, показывай, какой у тебя получился красивый кексик. Ой, какой кексик красивый получился. Ну давай еще что-нибудь нам сделай красивое. Вот такой вот. Сделай синий. Синий с красным. Это получается вот в синей формочке. Нет, и потом шприцом выдавить нужно. Там как Алиса говорит, червячков. А, вот этот синий с красным? Да. Так, беру вот эту. Там не классного нет, только розового. В синей формочке Егор будет делать. Угу. Так, беру синий цвет. Катаю. Алиса катает блинчик опять? Да, все только я буду делать. А Алиса блин его у нас научилась делать, да? Да. Вот этой вот формочки синюю, да? А мама делает настоящие. Конечно, да, мама делает настоящие. А Алиса делает пока игрушечные. Но да. Алиса тоже и настоящие же научится делать, да? Да, завтра, когда я вырасту большими. Да, завтра, когда Алиса вырастет, Алиса научится делать настоящие блины, да? Все. Все, ну давай, закрывай плиту. Чтобы она приготовилась.
А, плита закрывает. О! Так, наверное, приготовился уже блинчик еще один у Алисы, да? Да. Доставай. Сколько у тебя уже блинчиков на тарелочке? Ну-ка посчитай. 1, 2, 3. Покажи нам все блинчики. Да, покажи. Ну, ручками достань и покажи. О, вот что мне получилось какой. Ой, Егор, кексик какой получается. Давай теперь его сделай со шприца украшения. Вот, тебе... вот так вот. Ой, у Алисы какие блинчики красивые получились. Овечка, наверное, хочет прям блинчик скушать Алисин, да? Овечку угостишь? Теперь беру розовый цвет и шприц. Так, а где шприц? Вот-вот. А где мой полный ковбой? Что твой? Голубой цвет. Голубой цвет? Вот, да. Ух, ты же блинчики накатала. Я хочу вот здесь сядь. Ну, вот эти? Тебе. Ну бери вот то, что тебе Егор дает. Тебе. Ну ладно, бери. Ты же уже сделал вот эти вот звездочки. Всякие звездочки. Я главное, чтобы у меня пирожки. А это подожди, Егор кексик делает красивый. Пирожки-то я себе-то оставлю, а вот эти на папа. Егору давай розовенький цвет, он будет украшать. Он делает, будет безе делать на пироженку, да? Угу. Так, берем еще. 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 Ну и сейчас все вот эти вот всякие. Баф. Алиса еще блинчик один раскатала. Так, тут еще у нас роза, видишь, так. А вот сколько вот тут еще? Алиса еще один блинчик делает? Да. Ну, Алиса прям как на масленицу блины пекет, да? Да. Столько много блинов, сейчас будем кушать блинчики. Ну все, приготовился, наверное, уже блинчик, доставай. А мои печеньки. А на десерт Егоровые печеньки или кексики. Угу. Или тортики. Ну-ка посчитай, Алиса, сколько у тебя получилось теперь блинчиков? 1, 2, 3, 4. 4 блинчика Алиса спекла, да? Я хочу еще один. Еще? Что Алиса будет делать еще? Вот как на картинке надо делать вафельку сине-зеленой. Да, ну делай вафельку. Я сама не смогу. Не сможешь? Ну, тебе, значит, надо помочь. А, тут какая вафелька, да, красивая. Чуть-чуть взорвалась. Так вот, и что тут еще? Так, у нас ну тут... что, Егор, ты сделал уже свою? Нет, теперь беру желтый. А желтый для чего? Буду делать еще тут вот такие там нутки там присыпки. А как филеться? Так, я теперь нужно раскатать колбаску. А Алиса что делает? Вот пекет эту булочку. Алиса булочку уже пекет? Да. Здорово. Что, сделаю колбаску? Ну-ка. Все, уже булочка приготовилась. Слышишь, звенит духовка. Булочка приготовилась. Доставай. Или булочка. Это у тебя не булочка, или это у тебя блинчик опять? Нет. Блинчик. Нет, булочка. Булочка? Булочка? Нет, кексик. Кексик? Ну что-то он худой у тебя кексик получился. Как блинчик. Как блинчик. Это у тебя блинчик получился, а не кексик. Ты его оставил как мороженка, да? Теперь тут... Я хочу розовенький. О, вот. Лопатки. Розовенький? Теперь, Алиса, голубой убери, чтоб с розовеньким он не смешался. Я теперь буду лопаткой разрезать. Так, а Егор у нас делает украшение для своего кексика. И лопатку. Так. Ложку, ложку. Нет, ложку. Вот ту. Да, спасибо. Алиса, а почему ложка дырявая, а? Да потому что... А для чего там дырочка? Да потому что делать всякие мороженки вкусные. Всякие мороженки вкусные? Да. Ну, а ты нам мороженку сделаешь вкусную? Да, только из пилица. Из шприца? Да. Ну, то, там у тебя из шприца червячки получаются. Вот так. Этот желтый лишний уши. Ну, показывай, что какой у тебя кексик уже так, получился. Сейчас. Так, тарелочку возьму. Давай, бери тарелочку. Так, Алиса, а где тут еще была тарелочка? Вот здесь у меня блинчиков. Да, ты что, все тарелочки, что ли, забрала? Ну, да. У нас тут уже было 2 тарелочки, а у нее только одна. Так, а куда... вторая где? Где у вас еще тарелочка? Ну, давай на вот эту покажу. Потерялась тарелочка, что ли? Да. Ну, тогда давай на этом покажу. Вот.
О, ну давай показываем. Какой красивый. А второй, ну-ка, показывай две. Так. Вторую тоже показывай. Две. Тогда я вторую покажу уже на этой. Вот. Вот какие у Егора получились красивые кексики. Ой, и у Алисы. А что это у Алисы получилось такое? Мороженка. Мороженка такое получилось. Так, дальше я пошел. Здорово. А что там дальше Егор будет делать? Вот такой вот. Ну давай делай вот такой. Синий будет кекс так, у Егора. Так, синий. Очень люблю. Алиса, дай, пожалуйста, Егору синие вот блинчики. Он будет делать синий кексик. Давай. Раз. Два. А тебе хватит пластилина? Ну, придется. А вон еще у Алисы за розовым, там тоже синий. Ой, сколько всего много. Алиса, все, давай, Егор будет делать синий кексик еще. Так, ну что? А Алиса будет делать из розового. Вот еще у нее розовый. Да, все, уж похватило. Уф, все. Вот хватило. И даже чуть-чуть осталось. Там, по-моему, формочку, Егор, другую нужно взять. Синюю формочку, а не зеленую. Да-да-да. Вот там. Вот здесь. Вот. Или зеленая формочка. Зеленая. Зеленая? А. Видишь, как вот тут. Похоже? Ну, ясно. Ладно, значит, сейчас зеленая. Сейчас вот этот кисточек. А Алиса что делает, катает там? Блинчик. Опять блинчик. Алиса у нас спец по блинчикам. Да? А я спец по десертам. А Егор спец по десертам. Понятно. Вау! Очень люблю такой. А, надо его завать вот. Опа. Так, ты... Давай! О, ты что, будешь разрезать что-то? Да, у нее блин прилип. Она масло забыла добавить. У нее блин прилип. Да, Алиса? Теперь нужно его отшкребать. Так, а где звездочку сделаю? Ну, это со шприца, наверное. Не-не-не, может, у меня что-то... А, это звездочка, что ли? Да, там какая-то звездочка. Мне кажется, со шприца ее выдавить, и все. Да, тут, наверное, найду сейчас. О, вот, мама, может, вот такая звездочка? Вот, цветочек. Не-не-не, а вот здесь вот можно, наверное, цветочек сделать. Ну, сделаю тут вот. Звездочку такую. А, ну или там звездочку можно сделать. Или тут тоже. Ой. Так. Алиса, у тебя уже блин тонкий получился. Видишь, он у тебя уже рвется. Ну что, Егор, получается у тебя там звездочка? Что-то не на мне, хочет вытаскиваться. Ну, вытаскивай. Ломается у меня звездочка что-то. Алиса, что у тебя там с блинчиком? Как дела обстоят? Сейчас еще вытащу. Еще так вот это. Ты опять его запекаться ложишь в духовку? Нет. Нет? Сейчас так попробую сделать. Накаталась чуть-чуть. О, ура, получилось! У Егора получилась звездочка. Так, попробуй теперь ее снять. Так. А что там у Алисы получается? Блинчик. Опять блинчик. Ну, сегодня мы объедимся блинчиков, да? Да. А на десерт всякими печеньками и пирожками. Ну, сначала, конечно, мы будем самую вкуснятинку кушать. Печеньки и пироженки, которые Егор нам сделал, да? А я буду делать блинчиков. А Алиса будет делать блинчиков. А что твоя овечка будет кушать, а? Траву. Она больше всего, она любит... Траву. Всякие присыпки. Всякие присыпки какие? Сладости, которые? Да, да. Которые мы сделали из вафель. А, из вафель, которые делали? Да, завтра. Завтра? Вчера, наверное, вы делали, да, с Егором? Да. Кексы вы делали настоящие, да? И присыпками там пользовались сладкими. Да. Да? Да. Так, что тут? Так, где там, моя эта? Вот тут такая щенка, как туфука, она получается. А где мой кексик, который я сделал? А, вот он. Егор потерял свой кексик. Нет, вот он. Так, у Алисы уже что-то приготовилось, уже микроволновка пищит.
Нет, еще. Так, вот какой у Егора получается красивый. Алиса, дай. Лучше сейчас сделаешься. Не получилось на звездочка. Трудно это процесс. Ба-бах! У Алисы еще один блин готов, да? Ну вот у Егора получился еще один кексик. Вот какой кетчуп. Кетчуп? Да. Кексик, а не кетчуп. Нет. Вот какой красивый. Ну давай, Егор, показывай все свои кексики. Так. А Алиса, показывай свои блины. Сколько Алиса блинчиков сделала? Вот какие красивые у Егора кексики получились, да? Молодец. Сейчас мы их будем кушать. И овечка. Овечка убежала. Так, да? Что мне тут еще бы сделать? А, Алиса что сделала? Блинчиков Алиса наделала, да? А что мне тут еще сделать? Тут же все закончилось. Ну, сделай вот клубничку и все, и на этом закончим. Клубничку сделай, покажи Алисе, как клубничка делается. Она делается с двух частей, потому что Алиса не понимает, она делает только одну часть, и она получается однобокая. А нужно, чтобы она была как настоящая. Да? Угу. Вот. Так и нужно ее сделать, чтобы она с двух сторон была. Так, где она? Вот это? Да. Побольше туда нужно пластилинчика. Вот какой. Так, да. Ну, вот смотри, какой Егора получается. Я хочу еще. Наверное, побольше надо реально. Сейчас возьму побольше. Еще хочу долепить с няней. Ну, долепи, конечно. Да, с няней хочу. С няней ты хочешь долепить? Да. А пока мы скажем. Ну, у Алисы вон возьми блинчик. Так вот. Так. Вытаскивает Егор клубничку. Вот какая. И с другой стороны. Теперь точно такую же сделай, с другой стороны и прилепи. Или, в принципе, вот это можно на тортик ложить, на кексик и украшать. Если одна половинка будет, да? Так. Блин, туда ведь. О, вот вторая лично половинка. О, давай. А, овечка опять убежала. Нет, упала. Упала? Да. Давай ее поставим, пускай она смотрит. Сейчас. Ну-ка показывай, какая клубничка получилась. Ну вот, получилась клубничка с двух сторон, да? То есть она выпуклая, да? Угу. Настоящая. Ну что, ладно, всем говорим пока-пока, вы дальше будете лепить? Ну, там еще много чего, всякой вкуснятины можно сделать, да? Вот клубничку, а мы такую клубничку же еще забыли. Ну давайте сейчас будем делать, а пока всем говорим пока-пока, да? Пока-пока, подписывайтесь на наш канал, в гостях у Алисы и Егора, всем пока-пока, с вами был Егор и Алиса, всем пока-пока, и ставьте лайки, палец вверх.